вообще, какая сейчас атмосфера в клубе? Ну, атмосфера у нас самая хорошая. Все уже живут началом нового сезона. Можно сказать, что такие встречи у нас уже стали традиционные. Часто и при окончании сезона, и перед началом новых турниров Дмитрий Игоревич приезжает к нам на базу. Мы разговариваем, делимся впечатлениями о том, как мы провели подготовку, какие планы и какие цели и задачи на сезон у нас стоят. Поэтому встреча получилась позитивной, плодотворной. И я думаю, что все, как всегда, с положительными эмоциями должны ожидать начала следующего чемпионата. Будут еще приобретения, но какие позиции есть? Ну, у нас шло два футболиста в этом году. Достаточно ключевые позиции для нас. Поэтому мы постараемся точечно и правильно заменить ушедших наших игроков. Но также не стоит забывать, что у нас есть еще ребята молодые, которые стучались им в спины. Поэтому мы не можем ошибаться. Сейчас рынок достаточно сложный в связи с последними событиями. С иностранцами тоже не все так просто, потому что в любой момент могут от нас уехать, и это тоже будет большой проблемой. Поэтому до 8 сентября время есть, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем порадовать наших болельщиков новыми футболистами.